Это у нас самогон, огурцы малосольные, помидоры, грибы. Это все с собой возьмем. Завтрак у Толика. Чем накормят? Копченый судак, шашалык из сама. Друзья, рыбы еще нет, а мы уже мечтаем. Да, мы уже не то что мечтаем, мы уже просто слюни роняем. А вот это вот надо не забыть завтра все собрать, потому что иначе будет плохо. Ну, короче, жрать туда едем. А где водка написана, я не пойму. А водка везде. Машина упакована. В этом году версия Light. Видите, еще есть место. То, что вы сейчас делаете, мне напоминает фильм «Особенности национальной рыбалки». Ему просто надо было скопать огород. Ребята, да. Пошли отсюда, здесь нет червей. Ну как нет, здесь полно червей. Я на рыбалке. Я в охуительных штанах. Я для себя строю такие планы. В 5 утра подъем, где-нибудь часиков до 9 я буду ловить сомов на квок. Потом я надеюсь, что будет чего разделывать, будет какая-то рыба, чуть-чуть водочки, чуть-чуть отдыха, обед, опять чуть-чуть водочки, а потом вечерняя зорька. Ловить будем каждый день. В отличие от трассы М4, где супер мужики везут своих баб геленджики. Здесь, конечно, картинка другая. Тут в основном брутальные тачки с багажниками или с прицепами, битком набитые шматьем, вот примерно как у меня. И люди сосредоточенно пилят, чтобы занять свое место под солнцем. Идем мы на месте, идем в ленту покупать продукты. Ну что вы, парни, купили? Для нас сейчас самое главное, чтобы ветер за десятку не перевалил, чтобы мы спокойно на лодке могли переправиться. Вот он, Зубовский рынок, в котором сейчас мы будем делать нашу затарочку. Здесь есть все. Друзья, приехали на наш остров. Он опять поменялся. Песок вот теплый, тут, да, песок теплый. Вот тут все размыло к чертовой матери. Да. Вот тут, где, вот здесь вот в прошлом году стоял наш лагерь. Видите? Сейчас тут нет вообще ничего. Видимо, в этом году нам придется изменить нашему острову, друзья. Эх ты, черт побери. Вот она, мать природа. Вот сюда вот и поставим на этот пятак. Да, вот туда вот, вот туда. А здесь все, здесь отлично. Ну, вот так вот мы совместными усилиями решили, где мы будем стоять. Вот такая вот у нас получилась скромная кучка. Кучка-невеличка, которую нам сейчас надо вон туда. Когда я отчаливаю от берега, с первой по класс. Блин, сегодня погода просто кошмар. Дует ветер, волны, барашки. Нормальные люди, конечно, в такую погоду на воду не выходят. Но мы ненормальные, поэтому мы все-таки переправляемся на остров. То есть 4 кола у нас пойдет на стол. Мне кажется, 10 хватит. 6 колов пойдет на стол кухонный. И 4 кола нам надо будет для воды. Так, пойду я скажу за ящиком. Пойдет, нормально. Все готово, кстати. Вон. Макарошки с тушенкевичем. Да и еще с бульончиком. Ой, я чуть-чуть слушай, сделал. Ну это просто волшебство. Чтобы было какое-то. Как супчик, потому что мы сегодня супчик это не ели. Да. Ну, скажу, что там, наверное, все-таки было попривычнее. Здесь тоже будет хорошо. Но здесь, прям... здесь удобнее. Красота, да, здесь удобнее. Да. Первый рассвет на Волге, он самый красивый. Пойдемте посмотрим вместе. Вот она, матушка Волга. Так, все, вон он идет, опоздун. И сейчас поедем. Мы готовы. Первый самой рыбалки. Лодка упакован. Солнце яркое светит. Нам
приветит. Поздравляю. Ты рад? Я счастлив. Вот, друзья, вот такая вот мотня у нас, которую мы приготовили для наших любимых сомиков. Будем надеяться, что она им понравится. Да, 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 да. Сидит, сидит. Поднимай, поднимай. Ну, совсем маленький. Ну, чтобы вы не думали, что мы какие-то браконьеры, этого сомика мы торжественно отпустим. Алексей, расскажите о своих эмоциях лучше. Я счастлив, что я могу отпустить рыбу. Она же такая красивая. Ну, плыви, сомик дорогой. Оп. Ну что, ребята, возвращаемся домой. С первой удачной рыбалки. Леха сегодня герой дня, два сома. Одного мы отпустили, чтобы он позвал свою дедушку или бабушку или кого-то там еще. Вот. Ну, а одного мы сегодня сожрем. Извини, сом, ну, блин, ему не повезло. Лех специально побольше мусора прицепил, чтобы был потяжелее. 60 сантиметров есть. Да, целовать будешь? Да зачем его целовать? Если бы он был большой, я бы... Извини, сом, но твоя участь очень простая. Уха и зажарка. Ну что, уважаемые друзья, вот так вот мы дружно все и живем, смотрите. Кто-то посуду моет, кто-то чистит самак, кто-то карасей. Идиллия. Первый день установилась погода, и мы сразу с рыбой. Прекрасно. Первую рыбку будем прям целиком жарить. Как говорится, по-мужски. Четыре рыбки на одну сковородку. Самое то, что надо. Рыбка готова. Здесь сомик. Здесь ушица доходит до конца. Так что сейчас пойдем обедать. У нас сегодня хоть и не четверг, но рыбный день. Так, друзья, ну у нас получился рыбный суп. Мы забыли туда налить водки, опустили. Но тем не менее, итальянские повара, нет, испанские повара в данном случае, рекомендуют к такому рыбному супу бутылочку красного, которую я сейчас и открою. Волшебных пузырьков сегодня нет. Поэтому, друзья, сухой вас. Ну, с первой ухой. Да? А тебя с первым самым. Ура! 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 Проверю донки после ночной рыбалки.
позавтракаю и с Лехой ловить сама на квок. Солнышко только встает, утро начинается. Друзья, какая-то вакханалия у нас тут происходит, не холодит, а поклевок нет. Вот что им не хватает, мы не понимаем. И квокаем громко, между прочим. Нормальный такой, смотри. Тихо-тихо, не форсируй. Не форсируй. Сейчас зайдет. Ну, как раз на копчушечку нам. Садись, разбирай. Я буду дальше клопать. Ну что, друзья, вот наконец-то и я обрылился. Вот такого детеныша поймал. Ой, так, детеныш, тихо. Ну, конечно же, мы детей отпускаем. Знаете, как у него колотится сердечко. Давай, поиграем. Да ты дурак! Вот так вот развлекаются наши детишечки. Леха, ну ты рад? Саму? Ты сегодня опять герой дня у нас. Ну пока, да. Итак, операция «Мышь» начинается. Узнаем, все это досужие домыслы или действительно правда. Какой степени прожарки самый предпочитает, Леха? Well, medium well или как-то третье? Неважно, альденто, короче. В итоге, друзья, у нас будет мышь альденте. Вот такая вот мышка. Сам бы съел. Ну, блин, самый дороже. Сомнительно, друзья, что это понравится самым. По мне так воняет она пипец. Он проснулся. Вот мы с Лехой забыли ведро с ракушками запасными. У нас мелочь жрет и жрет. Уже было 3 или 4 поклевки. Правда, ни одной рыбы так не поймали. Мы ждем большую копченую мышь. Да, друзья. Вот такая дребедень целый день. То тюлень позвонил, то олень. Малыши к нам приходят. Ну что с этими детишками делать, блядь? Ой, извините. Только отпускать. Тихо, Сумик. Сейчас ты у нас пойдешь. Видишь, меня только соплями своими испачкал. Вот. Вот такой у нас получился бутерброд с копченой мышью. Посмотрим, что из этого получится. Ай, блин, уже сомы! Это была шутка, ребята. Никаких сомов ни хрена нету. То сама копченая мышь вкусно не прельстила. Видите, он поднялся и куда-то пропал. Нет. И поклевок тоже нет. Но мы не падаем духом, продолжаем. Вот, друзья, вот так вот квокают сомов на баржах. Видите, квок. Мы их услышали за километр, наверное. Я, честно сказать, решил, что это они нас предупреждают. Нифига, вижу сомов квокают, аж 5 человек целых. Видимо, по-разному они, да? Видимо, капитаном ставил люлей и отправил в наряд по палубе. Если вы смотрите это видео, значит, вам интересно, клюет на копченую мышь или не клюет. А точнее, мышь альденте. Друзья, очередной волжский рассвет.
каждое утро все красивее и красивее. Ребята, видели такое чудо? Какая-то птица снесла яйцо прямо на утесе и оставила его здесь. Мужчина, а что вы тут делаете в позе вьетнамского рисовода? Ну как что, рис сажаю. Точно? А то похоже, что как будто бы вы оправляете естественные надобности в воде. В состоянии не оправишь особо. Это же как вот за ними надо нырять, чтобы они нам помогли сама вытащить. Да вот уж. Так, это из той серии, когда нелегка. Не вытащишь рыбку туда. Да, нелегка доля самовода, друзья, видите? Вы видели, какой монстр вылез? Лохмутское чудовище. Но почему-то мою наживку брать не стал. Первый промах. Не могу забыть то место, где у меня сом сожрал наживку, поэтому решил вернуться. Рыба моей мечты. Ребята, вот она. Вот она рыба. Ух ты, блин, килограмм 15. Фу, блин, ребята, вот она. Рыбка, смотрите, как он еле-еле вообще взялся. Он прям вообще, можно сказать, не прокололся. Фу. Ай. Так, ладно, буду его перемещать в надежное место хранилища. Да, похоже, это еще один серьезный соперник видно. Тоже десяточка. Не катается. Ах ты. Вот у меня катает, а? Вот у меня катает. Краешек губы. Что-то мне сегодня везет. Фух. Еще одна десяточка. Где-то поднять его не могу. Еле-еле держится. Забираешь вот. Просто вот рукой бери. Вот так вот. И вытаскивай. Как я его поймал? Ума не приложу. Фу. О. Устал я с ним бороться. И это факт. Все, теперь точно домой. Ракушек нет нифига. Красивая. Как она боролась за свою жизнь. Ой.
карасик. Нормально. Есть. Иди к папе. Ой-ой-ой. Теперь пиво заслужили все. Какой он озорной. Подзаебался. Да, ребята, вот это, карасяндрик. Он так это сопротивлялся. Я хочу вам сказать. Килограмм. Килограмм точно. Это вот самая рыбалка. Нам надо умать. Да, вот она, охуеть, красноперочка. Да. Что надо? Ее полдня. Все равно хлеб работает. И ракушка прекрасно работает. Слушай, не, ракушка, на ракушку здесь все местные ловят. Да. Поэтому здесь как бы... Вот, друзья, лапша барбаловски. Практически вегетарианское блюдо, хоть и на пакетиках написано, что есть натуральное мясо. Может, это 50 грамм под горяченькое это? Я винца выпью. А заметьте, не я это предлагаю. А я сегодня буду пить прекрасный Кьянти Резерву 2015 года разлива. Прекрасно. За хороший отдых. Я хочу сказать, что этот остров мне даже нравится несколько больше, чем тот. А здесь хуже берег. В плане того, что мы не можем ловить на донки, на живца. Вот это все прошло мимо нас в этом году. Ну, здесь я включусь в нашу трансляцию. Это просто потому, что мы не ловили ни хрена. Наш сосед ловил за ночь до 40 килограмм леща. Не, ну, у него другое место, собственно говоря. Да то же самое все. Он на русло становился, отплывал просто вот чуть-чуть. Якорился. Отплывал и якорился, а мы-то всегда привыкли. Ну да, с комфортом на стульчике. Это да. Поэтому, собственно говоря, в этом плане единственный, можно сказать, минус. А так, в общем-то... Так, Леха, не порти арбуз. Намного... Да не буду я. Намного более комфортно здесь, мне кажется. Ну, согласен. Ну вот, друзья, мы потихоньку собираемся. Уже шатер собрали. Вот остались палатки. Вот там чуть-чуть рыболовочки подсобрать. Ну, короче, наш отдых подходит к концу. Наступил последний день нашего пребывания на острове. А точнее, даже последнее утро этого пребывания. Лодка ждет. Рыбка вон там на веревках плавает. Мы ее с собой заберем сегодня. Для того, чтобы порадовать наших близких. У нас сегодня нехитрая трапеза. Вареные яйца, те, которые остались. Доедим вместе с осами наш арбуз. Ну и, собственно, и все. Степа сидит грустный, потому что ему очень не хочется покидать этот остров. Он говорил, как же я так быстро здесь наловился рыбы. Я бы еще провел здесь целых 3 недели. Но надо в школе готовиться, покупать портфели, тетрадки. Костюмы. Да, Степа? Да. Ну вот, Степа, как всегда, многословен. Так, ну что, друзья, спасибо вам за помощь, спасибо за то, что мы подружились. Да, вот мы и собрались, вот наши машинки стоят, вот Славик нам помог и туда, и обратно. Вот, под самую крышу. Вон, видите, одна машина, но вторая не под самую, конечно, Лёх схалтурил. Мог бы себе взять килограммчиков 20-30 еще. Возьму килограммчиков 20-30. Арбузов домой. Конечно. С вами прощаемся до следующего года. До следующего года. Обязательно. Да. Потому что мы еще на Самаре стали. Да, да. И мы тоже хотим стать самятниками. Это все в следующем году. Так, камера где-то грязная, но я думаю, что она все равно снимает. Все, Волга, пока, дайте ножки тебе. Ножки помочь им. Все, едем. Монет кинули. Да. Кинули, а я не кинул. Я никогда не кидаю. Если и каждый год возвращаюсь. А тут что-нибудь оставил? Тут, чтобы не сглазить. Все время что-то забываю. Что-нибудь утопил хоть вобля? Я утопил якорь. Три воблера. Нормально. Три воблера. Мы двух самов профукали. Так что все нормально. Все, полюбаться вернешься. Хочу сказать спасибо семье Загаловых.
который уже много-много лет является нашим форпостом, когда мы приезжаем сюда в соленое займище. Тут у нас и банька всегда готова, и покушать всегда готово, и все, что необходимо. И зарядить аккумуляторы, и сохранить нашу рыбу, если мы что-то захотим взять с собой замороженного. Поэтому, ребята, вам большой привет и огромное спасибо за то, что вы есть. И тебе тоже спасибо, что ты охраняешь наши машины, когда мы на берегу. Ни гвоздей, ни жезла. Спасибо. Ну вот, друзья, и началась наша обратная дорога. Ну, теперь с Богом. Вот я и в деревне начал выгрузку. Дорога прошла хорошо. За 15 часов я добрался из Астраханской области до своей деревни. 1100 километров. Сейчас мне предстоит все это выгрузить, разложить по своим законным местам, чего я уже начал делать. Отдать мотор в техобслуживание. Подвесить лодку уже не в свернутом состоянии, а в развернутом, потому что все-таки ее сожрали мыши. Я в этом году получил 4 дырки в корпусе, который заклеивал накануне рыбалки. Ну вот, собственно, и все. Спасибо, что со мной. Оставайтесь на волнах канала, подписывайтесь, задавайте вопросы.